свято защищаемая каждым из нас. Кыргызстан – наша страна, где свобода личности, экономическая и политическая свобода человека превыше всего. Мы вместе построим общество, где комфортно жить, трудиться и воспитывать детей. Мы должны осознавать, что будущее страны и наших детей зависит от каждого из нас. Вклад каждого гражданина весьма ценен и значим для государства. Единство всех кыргызстанцев, межэтническое согласие в обществе, чувство общей причастности к судьбе страны – залог нашего успеха. Уважаемые друзья, мы дорожим дружественными отношениями с соседними странами. Будем развивать конструктивное политико-экономическое сотрудничество со всеми партнерами по интеграционным объединениям, как Евразес, ОДКБ, СОС, СНГ. Свято соблюдая национальные интересы страны, будем углублять дипломатические отношения как со странами Запада, так и со странами Востока. Дорогие соотечественники, для достижения наших целей необходим мир в стране, стабильность в обществе, дружба между народами. Наша страна одна, наше будущее общее, наши цели едины. Мы вместе добьемся успехов и больших целей. Урматтуу мекендештерим, мен кыргызстандыкмын деген.